коллеги, приветствую вас из Тбилиси. Меня зовут Виктория Максоева, я работаю в организации «Агора Джорджия», и мы находимся в центре города. Приветствую вас здесь. Кстати говоря, хотела бы сказать, что, несмотря на то, что мы сейчас находимся на площади Свободы, прежде она называлась площадь Ереванская. Имеется в виду, кстати говоря, хочу сделать такую маленькую оговорку, что это не по названию города Ереван, а по имени князя Ереванского, российского генерала, который участвовал в русско-турецкой войне, и у него были большие достижения. Сейчас вот от площади Свободы мы продвинулись на улицу Дадьяни. Это прекрасная улица, где сегодня мирно живут грузины, армяне, сюда приезжают туристы. Всем здесь очень нравится. И вообще Тбилиси славится тем, что это тот город, где нет никаких межнациональных проблем, серьезных, во всяком случае. И у нас есть улица Лиса-Лиса, на которой, прогулявшись, вы увидите католический храм. Спускаясь вниз, вы увидите синагогу. Потом вы подниметесь в сторону Ботанического сада. Там у нас есть джума-мечеть, голубая мечеть. Уникальная тем, что в ней мирно молятся вместе и шииты, и сунниты. И это прекрасно. Разумеется, здесь потрясающие православные грузинские храмы, и это говорит о том, что исторически здесь всегда проживали представители этих народов. Но надо отметить и то, что Тбилиси в 19 веке, об этом очень часто говорят гиды приезжающим туристам, это в принципе армянский город, потому что армяне всегда славились своими экономическими способностями. Армянские бизнесмены развивали экономику Грузии еще со времен Давида Строителя, который пригласил их сюда для развития грузинской экономики. И вот с тех пор армяне проживали в Грузии. К 19 веку они уже приобретают здесь очень серьезный вес. Их вклад в строительство города очень существенен. И этот район, район Сулулаки, является абсолютно исторически интересным и, можно сказать, армянским. Сейчас, например, мы прогуливаемся по улице Дадьяни. Если вы посмотрите архивные данные относительно того, кому принадлежали дома на этой улице, то вы убедитесь, что каждый житель домов, проживавших, каждый житель домов, находящихся на этой улице, армянин. Это либо знаменитый врач, бизнесмен, это человек, который занимался просто бизнесом. Но, во всяком случае, факт заключается в том, что здесь жили армяне. Я бы особо отметила дом на Табидзе, вот практически в конце, где жила семья Тамамшевых, в доме которых открылся клуб по типу английского. В этом доме собирались видные представители грузинского, российского, армянского общества. У них гостил в доме и Чайковский, и наместник российского императора. Приезжал Лист, играл на рояле, на пианино этого семейства. В семье гостил Иванес Айвазовский, Иван Айвазовский, знаменитый маринист, который написал, пребывая здесь, 12 картин. В честь почетного гостя армянская семья устроила пир на весь мир, так сказать. У них здесь были караван-сарай, на втором этаже которого Тамамшева открыли первый в Грузии оперный театр. И, значит, был дан обед для этого потрясающего художника. В результате 5 картин, благодарность за это, Иванес Айвазовский подарил семье Тамамшевых. 2 из этих картин хранятся в доме, которым владели также Тамамшевы. Дом находится на улице Табидзе. И сейчас эти 2 картины сохранились в музее, называемом музеем Смирновых. Вот. Могу еще рассказать. Здесь вообще очень много домов, связанных с армянской историей. Можно было бы, допустим, отдельно выделить 43-ю школу, здание 43-й школы, потому что 43-я школа – это потрясающее здание, которое принадлежало Манташеву. Это здание построил он, и оно очень интересно с архитектурной точки зрения. А вот если мы проследуем дальше, то мы увидим также очень интересный дом армянского священника, куда буквально ежедневно приходят
туристы и любуются надписью «Барьека», которая находится у входа в дом. Значит, дом принадлежал армянскому священнику Таймуру Азианцу. Его потомки, к сожалению, потеряли право на владение домом в результате прихода к власти коммунистов. Дом распределили между различными жителями. И, тем не менее, значит, потомки этой семьи добились очень больших высот. Например, его дочь основала первую балетную школу в России, если я не ошибаюсь. Можно очень много и долго рассказывать о том, какая армянская история хранится до сих пор в Грузии. И я думаю, что надо это знать с точки зрения истории. Конечно же, это надо помнить и рассказывать об этом людям, потому что, наверное, это очень интересно. Потому что богатством Грузии является именно ее многонациональность.